Привет, ребята! Второй выпуск про мой сетевой шкаф. Я собираюсь сегодня потратить, наверное, целый день на то, чтобы запилить вот эту патч-панель. Впервые для этого буду использовать специальный нож для заделывания, специальный тестер, чтобы потом проверить, все ли работает. Короче, я этого никогда не делал и не нашел никого, кто мне поможет. Поэтому буду страдать сам. Надеюсь, вы меня поддержите лайком, комментарием и подпиской. Вот этот нож для заделывания. Он делает вот так. Его надо вставлять. Сейчас буду учиться, как им пользоваться. Есть вот такой тестер, который я... Кстати, и нож, и тестер я одолжил у соседа. Большое ему спасибо. Есть такой тестер, который в одной стороне втыкаешь кабель, потом там стены, розетки, все остальное, втыкаешь с другой стороны и проверяешь, есть ли сигнал, все ли с ним ок. Это мне кажется очень пригодится. И еще, конечно же, куча разных стяжечек. Так, здесь я хочу вам показать свои первые попытки, которые я делал, и потом засыпаю вчера вечером. Я понял, что все-таки сделал неправильно. Я их сделал все вот так, кабели торчат. Получается, вот этот идет туда, вот этот идет туда. А я думаю, что нужно сделать все, чтобы они собирались в центр и потом вот так вот и шли. Потому что если я вдруг здесь захочу поставить какое-то оборудование, либо здесь, мне нужно, чтобы ничего не мешало. Поэтому я сейчас эти поднимаю и вот так разворачиваю, чтобы все эти усики были в стороны, которые потом обрежутся, а кабели были посередине. Так, я сейчас подключу один провод. Потому что я только этот провод знаю, с какой комнаты идет. И на нем проверю одну штуку. Потому что я не сильно в курсе. И электрик прямо сейчас не отвечает. А я завтыкал у него уточнить, каким образом он скоммутировал розетки. И не хочется мне разбирать розетку, чтобы посмотреть. Поэтому я просто заодно и тестер проверю. И заодно правильно ли коммутацию я делаю. Бело-синий, синий, бело-оранжевый-оранжевый, бело-зеленый-зеленый, бело-коричневый-коричневый. Все правильно. Теперь попробуем это все дело закомпасировать. Теоретически я сделал все, чтобы подключить 14-й порт. Теперь я втыкаю в 14-й порт кабель. Наверное, разницы нет, да, никакой, тогда это мы втыкаем в RJ45, чик, а здесь мы делаем вот так, RJ45, и так, еще бы понимать, что тестер обозначает, сейчас загуглим. Итак, за последние полчаса я обнаружил несколько вещей. Первое. Все розетки в квартире подключены по схеме А. А я все провода, которые у меня есть, и готовые, которые я купил, и которые сам сделал, и даже уже 5 и шнуров, которые, кабелей, которые я заделал в патч-панель, я заделал по схеме Б. Соответственно, я понимаю, что мне нужно либо вызывать электрика, чтобы он переделал 22 розетки, либо самому их переделывать. Я только что переделал одну, и в результате чего я научился пользоваться... Я научился пользоваться тестером, который, видите, теперь показывает, что... По очереди каждая жилка good, работает. И вот сейчас одна из розеток в квартире через switch идеально закоммутирована. И вот сейчас у меня вопрос, либо мне это делать 22 раза сейчас самому, что как бы клево, потому что я теперь научился и розетки делать, но вот этот инструмент для розеток не подходит. Либо его можно как-то тут перекомбинировать, но...
У меня такое ощущение, что для розеток нужен другой инструмент, и у меня его нет. А еще я понял, что, живя на последнем этаже, у нас очень... Сейчас большой ветер, и он прям в лоб этому кабинету бьет. Вот прям вот, мне кажется, под угол 90 градусов в кабинет лупит сильный ветер, и очень мощный свист появляется, и где-то во всех вентиляционных трубах тупо какой-то гул. Я не знаю, можно ли это исправить, но пока мне это очень как-то не нравится. Так, ну это я считаю идеально обжатая патч-панель, 4 порта. Прикольный инструмент, потому что он, видите, сразу откусывает лишние провода. И не прям впритул, а так, чтобы ты точно видел, что они держатся и так далее. Какое у вас там было определение слова «красиво» до сегодняшнего дня, но просто меняйте его, потому что вот, вот эталон красоты. Красоты. Тут я уже наловчился и буду так все вот так делать. И хочу сделать все очень аккуратненько. Если что, знаете, на крайняк у всех есть список работ, на которые вы можете пойти в любой момент. То есть пойти в армию, пойти в охрану. Я еще могу пойти в сисадмины по-любому, потому что зацените это. Просто это зацените. Я это с первого раза. Так бы я еще сделал, чтобы вот этого жмыха не было. То есть я вот так вот сделал пока предварительно стяжечки, но здесь видите, еще жмых чуть-чуть есть. Это я не со всеми размерами угадал, а так я бы... Следующий будет очень клёво. We'll be right back.
Ребятки, уже темнеет. Эта лампочка не самый идеальный свет для видео. Я уже очень устал, спина просто отваливается, мелкая моторика, пальцы просто гудят. За этот раз я успел сделать два блока патч-панелей, остался третий. Инструмент просто шикардосный, он не только зажимает, но и отрезает. Видите, сколько мусора получилось. Вот так вот я это все сделал, осталось еще парочка. То есть у меня осталось даже не 8, а 6, по-моему, кабелей, поэтому два коннектора последних будут пустовать. Потом это все мы будем устанавливать сюда, подключать свитч, подключать Wi-Fi. Блин, вы не хотите этого пропустить, будет мега интересный контент. Фух, блин, спина реально очень болит, это такая мелкая моторика, пальцы болят, я помню, когда я делал эти кабели. Спасибо вам, что посмотрели, мне такие видео очень нравятся, надеюсь, вам тоже понравится. Пожалуйста, подпишитесь, нажмите лайк и пишите свои комментарии с какими-то советами, буду очень рад. Повторюсь, я учусь, я делаю все впервые, никаких друзей-то у меня, которые шарят в таком, у меня нет, поэтому YouTube — это мое все. Пожелайте мне удачи.